двигается среди молодых людей в Израиле. Я хотел бы приоткрыть вам завесу на том, что происходит и как молодые люди в Израиле приходят к Господу. Здравствуйте, меня зовут Коди Арчер. Добро пожаловать на возрождение сегодня. У меня в гостях мой близкий друг Джоэл Делски. Джоэл, спасибо тебе за то, что пришел к нам. Спасибо за приглашение. Мы с тобой давно знакомы, и сегодня мы поговорим об этом. Но перед тем, как рассказать вам, что происходит с молодежью тут, я хочу напомнить вам, что каждую неделю мы делаем рассылку. Там есть статьи. Видео, проекты, в которых вы можете поучаствовать вместе с нами. Это можно назвать подборкой лучших материалов, что у нас есть. Мы пустим разную информацию на Фейсбуке, Инстаграме, Ютубе, а в рассылке собрано лучшее, что, по нашему мнению, благословит вас. Она переведена на 15 языков. Если вы еще не подписались, то зайдите на наш веб-сайт. Мы будем рады поддерживать с вами связь через эту рассылку. Также не забудьте поделиться этим видео. Вас ожидает очень интересный разговор. Итак, Джоэл, еще раз спасибо тебе за то, что пришел. У тебя прекрасная семья, жена и сын Баос. Ты был одним из первых, с кем я познакомился, когда приехал в Израиль 8 лет тому назад. А еще у нас есть возможность поработать вместе. Ты был лидером молодежного служения общины в Израиле. И ты попросил меня помогать тебе. Вместе мы занимались этим более трех лет. Это было ценное время, и сейчас мы лучшие друзья. Но наши зрители знают тебя не так хорошо, поэтому я бы хотел, чтобы они услышали твою историю сегодня так же, как я ее знаю очень хорошо. Историю, где ты родился. Как ты уверовал и чем ты, собственно, занимаешься сегодня? Тебе слово. Моя семья завершила Алию из Аргентины в 1988 году. Я родился и вырос в Израиле. Шесть лет мы жили в разных странах, а потом снова вернулись сюда в шестом году. Несколько лет я служил в общине «Дом молитвы». После армии я служил в Хават Иешуа молодежным лидером. Я рос в верующей семье, но по-настоящему я посвятил свою жизнь Господу, когда мне было 17 лет в Соединенных Штатах Америки в январе 2006 -го года. Это было прямо перед возвращением нашей семьи в Израиль. Господь просто перевернул мою жизнь. С тех пор я следую за Богом. Он призвал меня в служение. Я работал, как ты сказал, с молодыми людьми, и работаю там до сих пор. А еще одна вещь, которая мне очень нравится в тебе. Было время, когда ты постоянно говорил о жизни. Мы даже выступали перед клиникой абортов в Тель-Авиве. И у нас на губах были наклейки со словом «Хаим» — «Жизнь» на иврите. И вы стояли так на улице, а люди проходили мимо и не могли понять, что мы делаем, но ты очень активно выступал и все еще выступаешь за жизнь. Ты собирал вокруг себя молодых людей, и мы молились и постились за прорыв в сердцах людей. Думаю, это твое призвание. Ты напоминаешь мне израильского Лу-Ингла. Это большое призвание. Мы обожаем Лу. Я вижу в тебе ту же смелость и ту же чистоту. Так вот, расскажи нам, как тебя стала интересовать судьба следующего поколения. Вообще, что тебя к этому подвигло. Я проходил в службу в армии, и однажды мне приснился сон от Господа. Я не буду рассказывать весь сон, но во сне я нашел младенца в мусорном баке. Ребенок плакал, и это был душераздирающий плач. Это было очень странно, потому что я слышал плач ребенка в своей голове. Я слышал, как он говорит, «Мне нужен отец. Ты станешь моим отцом?» А затем я проснулся. И Бог показал мне стих, где Павел пишет, «У вас много учителей, но немного отцов. Во сне мне стало страшно, скажу тебе честно. Я слишком молод, чтобы быть отцом». Вот мои первые мысли после этого сна. Это вообще не мой ребенок, и мне еще рано становиться отцом. Тогда мне было 19 или 20 лет. А Господь начал говорить мне, что важен не мой возраст, а его призвание. Он начал показывать мне, что это поколение нуждается в отцах больше, чем какое бы то ни было до них. В отцах, которые будут заботиться, поддерживать, учить, тренировать и просто любить их. Надо же, это действительно важно. Это даже меня зажгло. Ты тесно связан с молодыми людьми и молодежными лидерами по всей стране. Что сейчас Господь делает среди молодежи, конкретно в этой стране? Во-первых, молодежь растет, и это само по себе уже свидетельство. Ты сам знаешь, что церковь тут небольшая, но она растет. И мы видим много молодежи, к нам приходит много молодых людей, и общины действительно растут. Появляется больше молодежных служений, лагерей и мероприятий для молодежи. Раньше на весь город было одно молодежное служение, а сейчас их много, предостаточно, то есть движение это растет. И сегодня в Израиле много молодежных организаций и лагерей, которые пытаются научить их ходить в силе Святого Духа. И мы тоже стараемся фокусироваться на этом, чтобы молодые люди умели ходить в силе Святого Духа. А вот так от чего-то малого мы росли и сейчас выросли до очень хорошей международной организации ⁇ Дайаминь ⁇ Прошлый год стал для вашей семьи переходным периодом. Вы переехали из Иерусалима на север страны. Ты даже прошел какие-то тренинги за границей, и сегодня ты тесно сотрудничаешь с Эйтоном Шишковицем и другими лидерами Севера. Но твой главный фокус — это кацир, что с иврита переводится как «урожай» или «жатва». Что для тебя кацир? Кацир на иврите — это жатва. Главная цель нашего существования — готовить работников на жатву. Это, грубо говоря, кто мы, для чего мы существуем и чем мы должны заниматься. И мы хотим готовить работников на жатву в этой стране и в других странах. Этого мы пытаемся достичь с новым поколением. Для этого нужно научить их ходить в силе Святого Духа. Для этого их сердца должны быть исцелены. Приходят дети из дисфункциональных семей, и мы видим, как Бог исцеляет их сердца и эмоции. Они получают прощение, открывают свою сущность. Мы учим их жить, как сыновья и дочери живого Бога. Все это инструменты, которые сделают их хорошими и эффективными работниками на ниве этой страны. Ясно? А как это выглядит на практике? И что вы делаете? Кацер ⁇ это молодежный лагерь, который проводится три раза в год. Один недельный летом, один на Хануку в декабре и еще один на Песах на Пасху. Это обычно март или апрель. Это два или три дня. Эти лагеря сфокусированы на двух вещах. Во-первых, ученичество в малых группах. У каждого ребенка есть свой лидер. Мы пытаемся поделить всех на малые группы по 5-6 человек. А лидерами выступают молодые люди, которые вызвались добровольцами. Они выделяют время, чтобы приехать и вкладываться в молодежь. Каждый день ребята по одному часу, как минимум, проводят в своей группе. Там они читают Библию, конечно же молятся, а потом обсуждают услышанное. Так многие вещи поднимаются на поверхность. И это очень ценное время для меня. Также. Это очень интересно. Хочу тебя перебить, потому что у меня был похожий опыт. Больше года назад я был одним из лидеров в таком лагере. Мне попалась самая тяжелая молодежь. И когда мы собирались вместе, и я пытался учить их Библии, это было тяжело. Они не хотели слушать, постоянно шутили. Они никогда раньше не видели меня и пытались проверить меня на прочность. Так что для меня это был настоящий вызов. И я начал просить Бога. Господь, если ты не мешаешься, то вся эта неделя будет провалом. И в последний день я увидел, как Господь двигается. Я даже смог помолиться с некоторыми из них. Но ты мне очень помог. Потому что я уже думал, что не смогу достучаться до этих ребят. Они были поначалу закрытыми, потом наоборот очень веселыми, но на контакт шли с трудом. А с тобой все было по-другому. Ты пришел и помог мне в этом. У меня есть история с нашего ханукального лагеря. Одному парню было очень сложно, и мы даже думали отправить его домой. Мы обсуждали это, и все-таки решили его оставить. И в конце он рассказал нам о том, что в лагере он получил свободу от ненависти к отцу. Бог коснулся его и дал ему прощение. Мы часто смотрим на детей и думаем, Боже, почему они здесь? Что происходит? Но именно ради таких детей все и делается. И когда мы видим, как Бог касается их, их жизни, мы понимаем, что теперь они уже на другом пути, они меняются. И после этого они уже никогда не будут прежними. Конечно, это процесс, но тем не менее основание заложено, и оно хорошее. О да, чистая правда. Больше всего в лагере мне нравится время поклонения. Эти дети следуют за Богом, они еще такие несведущие. Но видно, что в какой-то из вечеров Бог касается их. Во время поклонения такое сильное помазание. Люди молятся друг за друга. Кто-то плачет, кто-то кается, а кто-то даже принимает Иисуса. Это так удивительно. А у тебя были какие-то свои переживания в одном из этих лагерей? Я имею в виду, как участника. Да, мы с семьей вернулись в Израиль в шестом году, и я начал посещать эти лагеря как лидер малой группы. Мне было всего 17, но меня уже сделали лидером. Но мне так же нужен был Бог, как и всем детям. И однажды вечером, уже в следующем седьмом году, я тогда проходил очень тяжелое время в жизни. Я находился в плену ненависти к моему отцу. Все было так плохо, что я буквально застрял в своей вере. И однажды во время поклонения Господь пришел ко мне, никто не возлагал на меня руки. Я поклонялся и упал. Я начал кричать и плакать, и так длилось долгих сорок минут. Уже даже началась проповедь, а я лежал на полу и просто морыдал. Бог работал со мной, и я смог отпустить эту ненависть. Сам бы я никогда этого не добился. С тех пор я сильно изменился. Те переживания дали мне свободу от того, от чего я сам не мог избавиться. Конечно же, после этого был еще целый путь к прощению, но тот момент стал началом и трансформировал меня. Я бы не был таким, какой я сегодня, если бы не тот опыт. Теперь Бог использует это как мою историю. Я делюсь ею с молодежью и вижу, как они тоже меняются. В этом я вижу исполнение того сна, что Бог дал мне в самом начале. Быть отцом это прежде всего вкладывать в чью-то жизнь, сеять, а потом поливать, и долго и упорно трудиться. И вот теперь они переживают то же самое. Так, мое свидетельство становится для них возможностью ходить в тех же самых вещах, что и я. Да, очень сильно. Вы должны понять, что под пробуждением в Израиле мы не имеем в виду большой всплеск или взрыв, после которого все будут спасены. Нет. Как говорил Джоэл, мы собираем ребят, общаемся с ними, а Дух Святой работает с ними, исцеляет их. Итак, шаг за шагом. Это разрастается. И вот как я вижу пробуждение. Это долгий процесс, но это интересно. Пару лет назад в одном из летних лагерей вечером сразу 26 детей решили вдруг посвятить свою жизнь Господу. Такое бывает не каждый день. Представьте, в лагере 95 детей, а 26 из них решили отдать свою жизнь Господу. Это очень сильно. Мы не знаем, что будет с ними дальше, но даже если несколько из них продолжат идти за Господом, то это очень важно. На этой земле важен каждый верующий. Каждый важен для тела Христа. И здесь, на святой земле, мы влияем на подростков. Они идут за Господом. А потом создают свои семьи. Они влияют на своих друзей, на своих детей. Они начинают делиться своей верой и своими историями. И это начинает разрастаться все больше и больше. Это может казаться небольшим результатом, но каждый из них очень ценен и важен для того, что Бог желает делать на этой земле. Так что без нас ему будет сложно. Совершенно верно. Ты один из лидеров Кацира. А с какими трудностями вы сталкиваетесь сейчас? Нашей организации приходится постоянно снимать разные помещения. Часто мы проводим собрания в палатке. И иногда это даже круто, когда мы собираемся, и там столько много детей, все поют. А сколько стоит проведение одного такого мероприятия? Наш годовой бюджет составляет 100 тысяч долларов. Столько стоит проведение трех лагерей в год из зарплаты некоторых администраторов. Основная трудность нашей организации, ну я бы даже сказал не трудность, а возможность, мы во многом зависим от волонтеров. В каждом лагере участвуют около 20 волонтеров, лидеры малых групп, логисты и так далее. И каждый раз нам нужно искать молодых людей, которые хотели бы посвятить этому свое время. Им нужно брать отпуск на работе. Некоторые из них молодожены. И они находят время служить. Это не только трудность, но и возможность обучать не только подростков, но и молодых людей. Со временем эти молодые люди начинают занимать лидерские позиции в своих общинах. Они начинают заниматься молодежью уже сами. То есть мы не только учим, но и вдохновляем на дальнейшие действия. Но при этом на каждый лагерь нам нужно найти около 20 волонтеров. Финансы это тоже проблема, но Господь все покрывает. Конечно же, у нас очень много всяких затрат. Самое важное ⁇ это люди, которые сотрудничают с нами. И Богу всегда удавалось приводить к нам новых людей. Что бы ни происходило, мы оптимистично настроены на будущее. И будем продолжать сотрудничать с любыми людьми, которые хотят нам помогать в нашем начинании. Да, это невероятно. Друзья, если вы молитесь за новое поколение в Израиле и за пробуждение, то молитесь за Джоэла и его команду. Пусть находятся люди, которые готовы отдать свое время и энергию. Пожалуйста, молитесь об этом. Это постоянная нужда. Нас тоже приглашают, но у нас то родился ребенок, то мы в отъезде. У нас не всегда получается, но мы с женой очень болеем за это служение. А также я призываю вас давать, потому что служение молодому поколению в Израиле очень важно. Так важно их поддерживать, любить и вкладывать в них. Это будущее Израиля, будущие евангелисты. Подумайте о том, чтобы поддержать организацию «Кацир» своими финансами. Ну, а теперь, Джоэл, под занавес, расскажи, как люди могут это сделать, пожертвовать вам. Если вы хотите пожертвовать на «Кацир», то можете сделать это через «Текун» с пометкой «Для Кацир». Еще это можно сделать на сайте fieldsofvit.com ⁇ это наши покровители. Через эти две организации вы можете пожертвовать деньги нам. Вся информация будет в комментариях под этим видео. Следующий лагерь будет уже на Пасху. Молитесь и поддерживайте следующий кацер, где соберется молодежь всего Израиля. Джоэл тоже занимается сбором средств, чтобы служить этим молодым людям. Сейти в него. Он имеет огромное влияние на молодежь. Вы можете отправлять Джоэлу свои пожертвования через Текун ТВ. В списке миссионеров вы найдете имя Джоэла. Я призываю вас поддерживать его и его служение. Джоэл, большое тебе спасибо. Ну и под занавес я бы хотел, чтобы мы закончили сегодня молитвой, если ты не против. Я знаю, что ты сильный молитвенник, и я хочу согласиться с тобой в молитве за следующее поколение. Давайте молиться вместе с Джоэлом о преобразовании молодежи. Отец, мы благодарим тебя за то, что ты делаешь в этой стране. Спасибо за рост, который мы видим среди молодежи. Отец, ты двигаешься среди нас в силе. Ты используешь молодых людей, чтобы приносить Евангелие в школы, друзьям и знакомым. Прикоснись к этому поколению своей силой. Поднимай работников на жатву. Отец, мы знаем, что ты запланировал этот урожай, и он уже созрел. Жатва уже здесь. Поднимай работников на эту жатву. Господь, это твое главное желание. Ты сказал своим ученикам, просите Господина жатвы, чтобы Он поднимал делателей. Если ты говорил это первым ученикам, то насколько больше это актуально сегодня. Отец, мы молим Тебя, поднимай делателей и в этом поколении, по всей земле. Аминь, аминь. Мы соглашаемся. Еще раз спасибо тебе и спасибо вам за то, что были с нами. Не забудьте лайкнуть и поделиться этим видео. Увидимся через неделю.